И поехали, продолжаем. Ну, приветствую вас еще раз, слушатели, уважаемые, после перерыва. Надеюсь, вы все немножко передохнули. А теперь, до того, как продолжить, действительно, я отвечу по воде в целом. А потом минут 20, наверное, мне еще нужно будет, чтобы завершить эту интересную тему, которая была у нас с вами до перерыва, да? Итак, по воде. Мне очень много и моих писем, вот я распечатал по стопке, в том числе приходят по воде. Я же просто скажу, как я это делаю. Да, эта информация просто для тех, кто не имеет, к сожалению, возможности пить ту самую воду, белое молоко, с молоко гор, так называемое, да, с богатое кальцием. Но, в общем-то, главное, вода должна быть максимально структурированная, живая и богатая доступными для усвоения человека минералами. И как это сделать? Ведь у нас вода у многих из-под крана или из артезианских скважин, она мертвая и лишена органических минералов. Значит, а в городах тем более, да? Проблема. Она хлорирована, она очищена, так сказать, и так далее, и так далее. Убита многократно, она мертвая, вредная и понятно. Я бы посоветовал простую вещь, самую недорогую. Я не буду углубляться сейчас вообще вот в эти темы. Знаете, был вот как-то вебинар, вот Сергей проводил, и очень много там было специалистов по воде. Одна была немка. Немка. Ну, русская, но она немка. Химик, кстати, да, она химик. Так вот, она прекрасно говорила, но эти приборы немецкие, действительно работают точно, но они очень дорогие. Я вам скажу простой способ. Купите какую-нибудь систему обратного осмоса, Атолл, например, она недорогая. Обратный осмос. Вы получите дистиллированную воду. То есть в ней не будет никаких вредных, невредных, никаких не будет микроэлементов. Она будет вот дистиллированная после осмоса обратного. Это прекрасно. Потом вы ее можете минерализовать, структурировать, оживить. Как? Первое. Заморозить, разморозить. Лучше два раза. Налить в графин. Насыпать туда тот же коралловый кальций, кремний органический, можно его достать. Что еще? Шунгит можно. Можно все это вместе взятое. Можно по-другому пойти. Вот эту воду, значит, поместите в установку, ну, например, какую-нибудь там активатор воды. Ну, типа Никен системы, о которой я тоже говорил в 6-часовом вебинаре, да, в прошлом. Вы ее структурируете. Вот. Можно замораживанием. Дальше вы насыщаете ее минералами, так же, как и в первом случае, то есть в графин, туда коралловый кальций или другие минералы. Это как вариант, просто самый простой, что вот в голову приходит, как я это делаю, вот мы об этом говорим, да? И получаете прекрасную воду. Прекрасную воду получаете, значит, по всем параметрам. Вот, вы поймите, что даже если пить, ну о чем и Поль Брек писал и так далее. Почему дистиллированную воду? Потому что лучше не получить минералы вредные, чем получить, значит, вот именно, чем получить вредные. Лучше никакие не получить, чем получить вредные, да, неорганические. И поэтому уж жесткую воду, вот эту вот, пить не нужно. Мягкую, после обратного осмоса. А минералы вы получите из пищи, из другой пищи. То есть имеется в виду из растений, плоды, овощи, фрукты, травы, орехи, наконец. Так что злаки пророщенные, пожалуйста. Значит, вот, это вот вкратце по воде. Ну, вот это стоит осмотическая система Атолл, по-моему, 5-6, там, 7 тысяч, ставится под кран, там второй кран выводится, вы получаете эту воду, только меняйте картриджи периодически у фирм-производителей, узнать, как это часто надо делать, и все прекрасно будет. Вот, это уже избавление от многих проблем. Самый простой способ. А минералы не волнуйтесь, ешьте живую растительную пищу, где много органических минералов различных. Разумеется, это зависит от почв. На каких почвах это выращено? Богатых минералами нет. Поэтому предгорье, где реки выносят продукты разрушения гор, значит, с большим богатым минеральным составом, эти почвы более плодородные. Почвы, которые, значит, на поймах рек, заливные луга, плодородные. Там, где в озерах скапливается сапропель, озерный ил, он тоже плодороден. Ну, в общем, если кто сам выращивает, имейте это в виду. Или те регионы, если вдруг есть знакомые, кто продает, выращивает,
где выращены на почвах с богатым минеральным составом. Такая пища в разы полезнее, в разы. Но это отдельная совсем уже тема. Я думаю, я, в принципе, ответил, да, и не знаю, если нет побочных вопросов каких-то сейчас, вот, которые стоит акцентировать, важных, то лучше я бы закончил эту тему начатую. Ну вот Владислав еще спрашивает, прям не первый раз уже, и капслоком, расскажите, пожалуйста, про вирусный гепатит. Ой, это, слушайте, это такая отдельная тема, и вообще, давайте мы, если дойдем до этого, просто понимаете, это... Вот вообще, что связано с аутоиммунными заболеваниями, что связано с вирусными заболеваниями и около того, с ослаблением иммунитета и прочее, ведь это если начать, это отдельная долгая тема. Это лучше либо отдельно посвятить, либо в конце, если место останется. Ну давайте тогда в конце. Да, лучше так. Вот вода, ладно, вот потому что действительно мы говорим, а это уж ну, совсем в тему, да? А это совсем отдельная тема, мы попробуем ее коснуться потом. Так? Хорошо, да. Давайте. Ну, давайте тогда по теме дальше. Итак, мы говорили до перерыва, а последнее, что я говорил, это об одном очень интересном химике. Он широко его не знают, ну, по понятным причинам. И я цитировал его разговор с одним человеком, который брал у него интервью, скажем так. И вы из предыдущего моего, скажем, рассказа, наверное, поняли, какая связь между... кислородом, содержание количества кислорода в клетке, почему в анаэробной среде раковые клетки развиваются, почему раковые клетки любят сладости, почему сладости, сахара окисляют. Но я тут подчеркну, разумеется, конечно, речь идет о излишних сахарах, и в первую очередь химических сахарах, лишенных витамина В1, лишенных правильного, ну скажем, участия в окислительных реакциях и в, скажем, окислении глюкозы. Ну хорошо. И вот дальше я цитирую разговор этого ученого. Если вы прочтете книгу «Фактор кальция», он говорит о своей книге, то в ней вы увидите ссылки на сотни и сотни ученых, и среди них несколько дюжин всемирно известных лауреатов Нобелевской премии. Для того, чтобы вы убедились, что эти факты и что этим занимается наука на самом деле. То есть это я уже от себя говорю, потому что много ведь честных на самом деле ученых, как говорил и Вальтер Вайт, когда о молоке говорил, и публикуются, правда, очень в малых количествах, в специализированных журналах медицинских, причем высокого уровня журналов, в которые пишут профессора, академики. Ведь очень много честных ученых. Но как о них узнают люди? Кому подчиняются эти... телеканалы, газеты, журналы. Ну, вы понимаете, почему о них не знают. А они есть, вот сплошняком. Сплошь и рядом говорят об одном и том же. Итак, кальций является королем биоэлементов. Но является наиболее важным минералом, в нашем организме. И, к сожалению, большинство американцев, ну, он говорит про американцев, это не важно, все страдают от дефицита кальция. Если мы сможем вернуть кальций в организм американца, то я уверен, что мы... значит, сможем в 10 раз снизить сердечно-сосудистые заболевания, в 10 раз заболевания раком. И в этом случае за 3-4 года ваши налоговые выплаты могут снизиться на 50%. Кто берет интервью, спрашивает. Это просто невероятно. Я двумя руками за. А я думаю, что двумя руками против те, кому невыгодно, чтобы налоговые, скажем, выплаты снизились. Ну, это и понятно, кому. Дальше пишет химик, говорит, это невероятно, но это просто факт. Основное количество денег, которое выплачивает налогоплательщик, идет не на улучшение здоровья, а на улучшение лечения. Вы понимаете принципиальную разницу, да? И какой молодчина вот этот вот ученый, который об этом прямо говорит. Да, это правда, говорит, кто берет интервью. Кстати, по поводу здоровья. Я думаю, что примерно 93% цент из каждого доллара, который идет на улучшение здоровья, в итоге тоже идет на лечение. То есть это все практически человек отдает в итоге. И сейчас я попытаюсь объяснить вам одну из причин. Знаете ли вы, что если доктор вам прописывает витамины и минералы, он говорит, конечно, про Америку, но тем не менее это показательно, то его докторской лицензии осталось недолго жить.
И я это знаю очень хорошо и могу сказать следующее. Сотни докторов читали мою книгу «Фактор кальция». Все они говорили мне лично, что это лучшая книга, которую они когда-либо читали. Но ни один из них не может официально поддержать ее, потому что официально поддержать эту книгу значит лишиться своей лицензии. Они поддерживают в частном порядке, но только не в письменном виде. И это ужасно. Когда один за другим звонят доктора, говорят, какая ценная и полезная книга, но никто не хочет рисковать своей докторской лицензией и зарплатой. Понимаете, что происходит? Ведь это же... Чем дальше, тем сложнее. И это в Европе, и у нас это все потихоньку начинает. Далее. Угу. Я пропущу просто специфические вещи там про кораллы и кальций и, про... и так далее, да? Существует порядка 150 заболеваний, возникающих дефицитом, обусловленных дефицитом кальция. Ну и вот он приводит журналы, например, Writer's Digest, опубликована статья под названием «Кальций – магический минерал». И в этой статье сказано о 7 серьезных заболеваниях, возникающих из-за дефицита кальция. И это только вершина айсберга, их более 150. В общем, последнее, что скажу. Что еще более поразительное, я бы хотел вам сказать о ионном кальции. То, что я знал, узнал за эти 25 лет. И то, что все люди, которые дожили и доживут до 125, ну, он такую планку поставил, без докторов, без рака, без сердечных заболеваний, без Альцгеймера, все, кто регулярно подносит ко рту это молоко гор, в кавычках, то есть органический ионный кальций, а по сути воду, стекающую с гор, ежедневно получает 70 редких минералов. Ну, конечно, вода с гор лучше всего, чистая, прекрасная, от тающих ледников, это проходящая через там, километры горных пород, ну, разумеется, кто бы сравнивал. И так эту воду, в принципе, можно, я говорю, сделать или попытаться сымитировать. Остальное добрать уже из продуктов питания, из различных продуктов питания, потому что известно, что те или иные травы, овощи, фрукты впитывают в себя в большей или меньшей степени определенные минералы. И поэтому, понимая их, зная определенные основные минералы, какие необходимы, можно корректировать. Так. А теперь я хотел бы вот о чем сказать. Помните, я коснулся в начале, в первой части выступления, мнения Свищевой насчет возникновения рака, что это, так сказать, вот как она считает, мутировавшие трихомонады, да, простейшие организмы. Но самое интересное, давайте я сейчас прочту то, какие рекомендации по методу Свищевой, какие она дает рекомендации, чтобы излечить либо не допустить рак. Вы знаете... Это очень интересно. Я дам тоже свои маленькие комментарии на этот счет. Лечение рака включает в себя 4 важных этапа. Очищение от токсинов и шлаков. Это то, о чем я всегда говорил, и Марва Гаршаков-Наганян об этом всегда говорит, да, в первую очередь. Накопление макро- и микроэлементами. О чем всегда я говорил, что это самое главное. Самые незаменимые для человека микроэлементы. Без этого вообще биохимия правильная, невозможно, как раз генетически запрограммированная и так далее. Очищение от паразитов, о чем я тоже часто говорю, да, и стимуляция иммунитета. Она абсолютно права. Вот эти факторы, это относится не только к раку, эти факторы относятся к любому заболеванию. Чтобы человек был здоров, вот это надо учитывать. Дальше она говорит, для поддержания... иммунитета и борьбы с паразитами рекомендуется употреблять в пищу продукты, богатые фитонцитами. Чеснок, лук, редьку, абсолютно верно, горчицу, цитрусовые, корни дикого пиона, ягоды, можжевельника, правда, она пишет, вообще любые ягоды, на самом деле дикие лесные. Это листья березы, вот о чем я тоже многим пишу, и кто, кому я советую 7 вот этих, большую семерку условно, трав, да, диких, в том числе листья березы, молодые. Вот прям то же самое пишет. Я это, кстати, первый раз сегодня прочел, вот то, что я вам сейчас зачитываю. Из чеснока, например, можно приготовить, ну, она пишет настойки, это все не важно, чеснок можно так есть, просто не все могут. Ну, важной составляющей методики лечения рака Свищева считает продукты, содержащие йод, поскольку у всех нас наблюдается острый дефицит этого жизненно важного элемента. Абсолютно, кстати, верно.
Нужно или вводить в свое питание продукты, содержащие большое количество йода, морская капуста, она пишет, или принимать раствор йода, кстати, как многие врачи считали. И раньше, вы знаете, вот после войны, во время войны еще врачи и сеточки мазали, но это еще сохранилось и в последующие времена, а давали прям капельку на язык и, значит, да, йода. Но на самом деле вот много фруктов тоже содержит йод, ну, например, в больших количествах, например, фейхоа. И по осени он приходит, лежит достаточно неплохо, несколько недель может в холодильниках. А я, например, делаю так, что мы перетираем его определенным образом, там, мясорубки, очень быстро с сиропами, топинамбура либо виноградом, и моментально замораживаем. Вот тут важно заморозить в течение максимум 10 минут, иначе он будет окисляться, темнеть и терять свойства, потому что там много йода и железа, кстати, органического. Это очень полезный фрукт, ягода фейхоа, очень полезный. Так, морская капуста или раствор йода. Хорошо помогает синий йод. Его свойства вы можете почитать в книге Ольги Романовой, значит, «Целебный йод для вашего здоровья», вышедший в издательстве «Вектора» в 2008 году. Теперь о том, что касается еды. Тамара Яковлевна рекомендует соблюдать раздельное питание, не смешивая продукты, относящиеся к разным группам, что логично вполне. Но при этом необходимо следить, чтобы организм получил достаточное количество макро- и микроэлементов. Опять-таки подчеркивает это. Совершенно верно. Важнейшей составляющей лечения рака является очищение организма. Причем ни в коем случае не стоит забывать о чистках ротовой полости, где обитает ротовая трихомонада. И вот эти белые налеты на языке и прочее. Вот послушайте. Есть такой, я сегодня тоже о нем не сказал. Сейчас я, секундочку, как же его, я боюсь, что я его не пометил. Ну да бог. Он в военной космической медицине работал и работает. Про водород, про перекись водорода он все говорит. Неумывакин. Неумывакин, точно. Так вот, он, знаете, как я вам скажу так, есть вещи, которые, ну что называется, согласиться, истину глаголит, что называется, человек. Но есть вещи, полную, честно, я извиняюсь, ахинею, я всегда объективно подхожу, как вот, не значит, что я кого-то грязью поливаю, вообще это не хочу делать, но вот как я говорил про Турсунова, определенные вещи, что он абсолютно не прав и говорит откровенную глупость. Также я могу сказать и говорю, что Турсунов в каких-то вопросах говорит то за двумя руками я за и согласен абсолютно. Но вот то, что касается Неумывакина, он ведь говорил о чем? Это как раз к вопросу о кандидах, о трихомонадах в ротовой полости. Вот он молодец. И он давным-давно, еще, по-моему, в 80-х годах, если не ошибаюсь, давал такую ценную рекомендацию. И будет не лишним ее дать сейчас вам. Надо взять масло растительное. Можно подсолнечное, но лучше всего льняное. И он подчеркивает, молодец, говорит, на Руси льняное масло. И самое это палет. Так вот, берете столовую ложку, либо чуть больше в рот, утром после сна, пробуждения, и начинаете как бы вот так вот полоскать, как бы, да? Это надо делать, постараться минут 10-15, лучше 20. Когда вы это выплюнете, вы ужаснетесь, что оно станет белым абсолютно. Так вот, туда выходят, очищаются определенные микропоры от кислородного голодания. Вот эти виды трихомонад и, значит, скажем так, отпадают, пытаются, ну, условно так, подышать. Они выходят в масло, и вы выплевываете миллионы вот этих паразитов. Понимаете, это прекрасный, вот о чем пишет тоже Свящева, да? Итак, не стоит забывать о чистках ротовой полости, где обитает ротовая трихомонада. Внутренние органы очищаются в такой последовательности. Кишечник, что логично, поскольку пищу мы также загрязняем себя с кишечника, правда ведь? Суставы, печень, почки, лимфа, кровь. После очищения нужно с помощью противогрибковых средств избавиться от грибков рода кандида и полностью уничтожить трихомонад, применяя трихопол. Вот здесь, ну или вот метронидазол, как я говорил. Тут же вот есть тонкие моменты. Я не скажу, что прям поголовно, не думайте, что я прям сейчас это рекомендую. Здесь есть вопросы. Но в определенном состоянии организма, да, действительно, это методы очень важные и нужные. Это все вот это и вещи индивидуально, в зависимости от текущего состояния организма. Так, когда человек, иммунная система крепкая, этого не нужно. Достаточно вот то, что с ротовой полостью, и еще то, что я скажу чуть позже.
Только после предварительной подготовки в виде очищения организма эти препараты действительно помогут избавиться от паразита. Вот это вот глубокая мысль. Только после того, после подготовки правильной. О чем говорит и, кстати, Оганян постоянно. Далее нужно избавляться от трихомонад в крови, для чего следует вводить препараты внутривенно. Но тут уж Тамара Яковлевна предупреждает, что эту процедуру должен производить только врач, что, соответственно, верно. А противопоказаниями для этого метода является лейкемия, ну, тромбоз, болезни сердца, ну, понятно. Самостоятельно избавиться от трихомонад с помощью инъекции ни в коем случае нельзя. Вот. На заключительном этапе нужно восполнить иммунитет, для чего подойдут растительные иммуностимулирующие средства. Например, березовая чага. Это уникальный препарат, антираковый, антиопухолевый, известный с древних времен, чагу применяли, делали настой. Лопух, чистотел, плоды бузины. Также там, кстати, кизила. Уникальный препарат, ягоды кизил, потому что, ну, например, дисбактериозы прекрасно лечат. Патогенную микрофлору в кишечнике прекрасно уничтожает. У тех людей, кто испытывает проблемы, дисбактериоз, кишечный расстройств, он облегчает человеку жизнь быстро. Это очень полезно. Кстати, природный мощнейший консервант. Не менее сильный, чем брусника. Правильно, вот перетертый кизил значит, вместе с чесноком, ну, допустим, с каменной солью, он хранится даже в холодильнике, то есть без не замороженного состояния, а в охлажденном, год и не теряет своих свойств практически. Ну, так. Что говорит официальная медицина о трихомонадной терапии, возникновении рака и о методе лечения свещения? Онкологи на данный момент даже не рассматривают трихомонадную теорию возникновение рака как серьезную альтернативу клеточной теории. Ну и так далее, они не рассматривают, понятно, ничего. И не ведут дискуссии, что, конечно, неверно. А дискуссии вести, как мы сейчас вот ведем, разбираем все надо. Еще раз скажу пару моментов. Да, я не коснулся Болотова. Может быть, вы слышали или кто-то посмотрит, заинтересуется. Это интересный человек, который, правда, в основе его лечения лежит как раз царская водка, то есть применение настоящих и сильных кислот. И, казалось бы, он очень сильно окисляет организм. И вроде бы тут тогда... А у него очень хорошие результаты есть. Правда, я читал его книгу, я выписки делал. К сожалению, сейчас я эту книгу не нашел. Поэтому не могу процитировать и не могу сослаться. Я анализировал. И я думал, ну почему же есть результаты у него положительные, несмотря на то, что он явно говорит и пропагандирует закисление, да? Более того, он не то что не отвергает, он как нормой считает потребление мяса и так далее. А я скажу вам, что, значит, есть на то причины, на все есть причины, просто надо разбираться и понимать. То, что мы сегодня с вами разобрали различных известных биохимиков, биологов и так далее... Эта информация абсолютно достаточна для того, чтобы понимать полностью процесс, что такое кальций, что он бывает разный, что такое значит, неорганический кальций, что такое ионный органический водорастворимый, почему клетки должны получать вдоволь кислорода и почему они не получают, почему, когда они не получают вдоволь кислорода, происходит окисление, которое вызывает рак, потому что раковые клетки не любят кислород. Они любят анаэробную, бескислородную среду. И они потребляют глюкозу в готовом виде. То есть, все понятно абсолютно. И если есть какие-то противоречия, то они ни в коей мере не подвергают сомнению то, о чем писали выше эти великие ученые. И я вот соединял это вместе и объяснял сейчас вам. Ни в коей мере. Надо просто искать почему. И всегда это найти можно, как я нашел и у Болотова. Да, есть противоречия, но это совершенно не означает, что истина не является истиной. Она является. Но есть вещи от противного, есть вещи, которые накладываются одно на другое. И есть шоковые вещи, которые запускают тоже определенные моменты. И это, казалось бы, причина. А на самом деле причины в другом. Положительного эффекта. И так вот, есть еще, я коснулся доктора Ревича, он тоже очень градировал заболевания и говорил, что одни в щелочной среде развиваются, другие в кислотной. Ну, это мы упустим, потому что доктор Ревич вообще очень отдельная интересная тема. Кстати, он лечил очень многие формы рака,
У него была клиника, его даже не трогали, хотя, конечно, никто не знал его практически широко, потому что у него препараты, которые он делал на основе трав, очень дешевых средств, очень копеечных. Вот примеры в его книге приводились, когда, например, одной девочке с каким-то раком, ну неважно с каким, родителям чуть ли не 100 тысяч долларов, а это было еще там в 80-х, допустим, годах, то есть, ну, это непомерные деньги. Он же ее вылечил, по-моему, обошлось консультации 150 долларов и 50 препаратов, ну, примерно так. Так вот, после его смерти, а он умер, по-моему, в 101, а, в 103 года, по-моему, в 103, он не один ученик, в общем, наследие, что-то он скрывал, вот это он скрывал что-то, что... Трудно сказать сейчас, надо очень подробно разбираться. Его книга научная, очень сугубо научная, имеет, по-моему, 600 страниц. Есть один сайт на русском языке, который все это перевели, выложили. То есть они химики сами, биологи решили это сделать, такие ревичи, ну там типа клуб любителей вот этого ученого, да, кто им восхищается. И они четко писали, изучив все абсолютно, что касается наследия доступного ревича, что... Многие вещи он определенные, но самые тонкие утаил, и последователей у него нет. Сейчас не получается делать те поразительные эффекты, которые он. Поэтому еще раз говорю, когда что-то можно увидеть, где, казалось бы, парадокс, значит, на самом деле надо придерживаться общей природной логики и понимания процессов. А что якобы противоречит, оно не противоречит. Просто мы всего не знаем, что тот или иной ученый либо скрывает, либо не договаривает, либо применяет параллельно. Вот так вот. Теперь последнее. Это я несколько фраз процитирую из издательства, где основным автором является Агулов, тот самый, который вот про славянский массаж и так далее, и так далее. Почему? Ну, потому что можно послушать еще одно мнение и задуматься. Для защелачивания крови организм расходует минеральные вещества, кальций, натрий, калий, железо, магний. А это ведет к физической слабости, быстрой утомляемости, снижению умственной деятельности, бессонницы, раздражительности, депрессионным состоянием. Вымывание кальция из костной ткани служит причиной тяжкой болезни, остеопороза. Ну, вы поняли, что там есть более тяжкие, но в том числе это. Почему вымывается, вы уже тоже поняли. Потому что кальций кальцию рознь, а мы в себя вгоняем кислоту постоянно, закисляем организм. И кальций берется, в крови его увеличивается количество, ученые, врачи говорят, не, наоборот, кальция много, а его дефицит. Просто кровь – соединительная ткань, которая перегоняет в те места необходимый кальций, где его не хватает. Потому что мы пичкаем себя не органическим кальцием, а органический только из костей вымывается в этот случай, когда человек себя по глупости вгоняет в стакан попси-колы или съедает мясо. Рацион здорового человека должен включать не менее 75-85 ощелачивающих продуктов питания. И если человек заболевает каким-либо заболеванием, где доля должна быть увеличена до 90%. К ощелачивающим продуктам относятся овощи и фрукты. А и там дальше я приведу пару конкретики из таблицы, которую они составили. Итак, например, калий. Калий содержится в картофеле с кожурой, базилике. Ну, там, опять-таки, тут не значит, что абсолютно все верно. Они допускают и вареную пищу, они не понимают, что происходит с той же, например, щавелевой кислотой, которая является, например, из щавеля либо ревеня, в котором содержится щавелевая кислота, очень полезным продуктом, но стоит его сварить, и эта щавелевая кислота меняет кристаллическую структуру, она переходит в неорганическую форму, которая страшным образом губит те же самые почки, про которые пишет вот эта книга «Почечные нарушения». Да? Кстати, такой вопрос. Да. А когда говорят, что вот в таком-то продукте есть какие-то вещества, минералы, соли, этот продукт, он в каком состоянии исследовался? Если это ревень тот же самый, наверняка это был сырой ревень, не ошпаренный, не вареный. Если щавель, это же не из щей щавелевых его достали, да. Его сырым исследовали. Да-да-да, когда врачи и исследователи такие поверхностные говорят, что полезна та или иная там, кислота, так сказать, и вот содержится в том-то или ином продукте или минерал, разумеется, берется продукт
как он есть, и он исследуется, какие его свойства, потому что ученые это испытывают на разных стадиях зрелости продукта, то есть, да, от корневой системы до листьев, смотрят во времени, как меняются концентрации микроэлементов там, или других питательных веществ, и они изучают. Причем, как правило, изучают на мышах-крысах изначально, либо кроликах, а дальше уже так далее. А их кормят они, уверяю вас, живыми. Так вот, и нам говорят, ну, значит, вот, собственно, а что же, ну, они же сами все варят, а никто даже не за... Вот обычные люди, кто умысла не имеет, кто не двуличничает, они ведь сами этого просто не понимают. Они думают, ну и какая разница? И ведь, слушайте, такие вроде бы умные люди, а не понимают реально. Ну хорошо, и вот дальше я прочту. А к закислению организм в первую очередь приводит преобладание в питании таких продуктов, как сахар, мясо, курица, рыба, сладости, молочные пастеризованные продукты, мучные изделия и крупы. Вот слушайте. И вот даже несмотря, что так четко и правильно, вот Агулов и его товарищи абсолютно правильно описывают, что же окисляет, вы понимаете, вот какой парадокс, ну его, в общем-то, нет, потому что люди любят это. А человек свойственно, что он любит, ну, оправдать любым путем. Причем это порой происходит подсознательно, неумышленно. И они пишут как о норме и мясо, и говядину, и так далее. Правда, тут вот просто явные противоречия, но пишут, да, окисляют плохо, это причина всего вымывания кальция, а дальше такие-то болезни, однако все равно мясо едят. Ну что-то будет. И пишут ведь, что это именно. Хорошо, дальше. Так. И вот они пишут, что значит, в медицине понятие есть ацидоз, который в кислую сторону кислотно-щелочное сдвигается равновесие, а в щелочную сторону, если алкалоз. Правда, они сразу пишут, что алкалоза практически не наблюдается. То есть это так сложно сделать, щелочную среду вогнать. Ну вот так сложно, потому что так мы закисляем организм. Ну вот они пишут, как проверить среду вашего организма? Кстати, вы тоже можете спросить, ведь вот очень хороший... Значит, проверить водородный показатель pH, реакцию слюны и мочи, к примеру, а это очень важные два показателя. По шкале цветной идентификации лакмусовой бумажки можно, легко купив в аптеке. Если слюна и моча находятся в пределах 5, 5 и 7, существует предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Но это не значит, что человек заболеет. Он предрасположен, они так говорят, ну, это очень большой шанс. Если слюна и моча в пределах 7, 7,4, вы защищены от онкологических заболеваний. То есть они настолько в этом уверены, что, конечно, имеют под собой, как вы поняли из вышесказанного, абсолютную логику биохимическую, они абсолютно верно говорят, но только почему-то едят мясо. А я могу объяснить, почему? Нет, ну почему, это понятно, ну хорошо, я могу объяснить, еще, почему. Да, да, дело в том, что вот мы буквально вчера только беседовали на эту тему с одним моим очень хорошим другом, который работает с различными зависимостями. И вот мы обсуждали с ним вопрос алкоголя, что, ну, вроде бы все понимают, везде говорят о том, что алкоголь это плохо, это яд, это убивает, но при этом все пьют. И он мне говорит, а понимаешь, говорит, Сергей, вот мужчина работает экономистом, получает, например, там 150-170 тысяч рублей в какой-нибудь хорошей компании, каждый вечер пьет вино, или, например, там по пятницам в каком-нибудь клубе виски или еще что-нибудь в этом роде. Когда он проходит мимо остановки, на которой валяется пьяный бомж, вот он думает, вот это алкаш, но я-то не такой, я-то пью умеренно. И он не понимает вот этой разницы. И на самом деле в головах людей вот это есть умеренность. От мяса, ну, как бы может быть плохо. Вроде бы это и есть в нашей жизни, это традиция, как же мы можем без мяса или там, без алкоголя. Да, и здесь вот от мяса плохо, но это если его жрать. Да, если не в меру. Я-то не такой. Я-то всего лишь 4 раза в день его ем. Утром яичницу с бекончиком, там, днем супчик мясной и мясо, и вечером там какой-нибудь сосиски. Всего-то 4 раза. Да, у меня своя мера есть. Да, это же не чрезмерно. Я-то меру знаю. Я не то, что как Петров, сосед, который там шашлыки каждый день жарит. Я-то, значит, не каждый день, поэтому... Вот. Да. И вот именно из-за этого люди продолжают употреблять. А знают они меру или не знают, это вопрос уже... Главное тут вот что, что они хотят это потреблять. Ну, да. И они пытаются оправдать свои поступки, уже которые кажутся им не совсем правильными, все-таки информация появляется, они уже чувствуют, кто-то что-то понимает, но они до последнего пытаются любимый продукт удержать в своем рационе, они пытаются себя обмануть до последнего, и вот в этом, конечно, ужасно, ну, смешно и жалко одновременно. Ну, да ладно. И скажу дальше. Значит, и вот в дальнейшем, так,
ну, один раз в неделю разгрузочные дни, тут советы даются, так сказать, все это очень хорошо. И вот продукты, закисляющие, зачелачивающие, по степени их означаются плюсами. Больше плюсов у него в табличке, значит, больше происходит окисление. Итак, некоторые продукты, закисляющие организм. Сахар, дичь, устрица, раки, телятина, яйца, цыплята, рыбы, мидии, короче, просто животные белки. Ну, естественно, азот, животные белки закисляют. Ну что тут? Ну вот, ну все, видите, первые места, все это, вся эта гадость, не свойственная человеку, неестественная. Но зачем же это потреблять, если это... Как вообще можно потреблять то, что в какой-то степени, в огромном масштабе приносит вред? И можно говорить, ну вот, при таких-то условиях, если здоровый человек, то тогда немного... Это что, из-за идиотизма? Если человек здоров, что же он такой идет, что он хочет себя делать постепенно менее и менее здоровым? Ну, может быть, и хочет. А зачем? Зачем свои ресурсы тратить организма? Колоссальные ресурсы. Ну, это же идиотизм. Ну, очевиднейшие вещи. Ну, так люди хотят это есть. Ну, так, что они, ну, вот пытаются, ну, как... Ну, вот все-таки тогда можно. Ну, это же просто... Дальше. Кофе. Варенье. И, смотрите, бобы запеченные, это же белки, белки, азот, он закисляет, о чем я всегда говорю, даже если это бобы или там горох. Печень говяжья, свиная нежирная, бекон тощий, ветчина. Слушайте, ну и так далее, и так далее. Там уже вот сыр, сливки, говядина, ну понимаете? А продукты, защелачивающие организм. Инжир, свекла, смотрите, как свежая, да? Как интересно. Сельдерей, ягоды, грейпфрут, лук, шампиньоны, помидоры. Кстати, подчеркнули, молодцы, свежие. Совершенно верно, потому что не свежие, то, что крахмал, это страшная вещь. Вот так, абрикосы сушеные, абрикосы совершенно свежие, там прочее-прочее, облепиха, ну пошли, вот перелимоны, фиста, ну вот, одуванчик, пастернак. Ну как интересно, молодцы. Морковь, клюква, спаржа, ну в общем понятно. Так вот. Это я всего лишь хотел, уж чтобы совсем все было понятно и отложилось. То есть, ну настолько все очевидно. Поэтому, еще раз, где-то вы видите сведения, что у какого-то врача, товарища очередного, хорошие результаты есть с их пациентами, но он применяет то, что нелогично, казалось бы, да? То это не значит, что он чего-то еще не применяет, во-первых. И это не значит, что истина каким-то образом этим человеком опровергается. А истина – это законы природы всегда. Законы природы в данном вопросе выражаются через биохимию организма, потому что это то, что можно проверить. И это всегда данные объективные, а не какие-то эфемерные. А эти объективные данные, как вы уже поняли, получены еще больше 100 лет назад. И только лишь подтверждаются современными честными исследователями, которых много, но коих, так сказать, запрещают, не показывают. Но они есть, и от этого меньше их не стало. Это врачи, академики самых высоких уровней и рангов. Потому что эти люди, ну, задумываются о многом, в том числе о смысле жизни, о том, какой след они оставят в истории, потому что все-таки эти люди в большей степени разумные. Но их не показывают никогда. Покажут какого-нибудь толстого, умирающего, условно так, в кавычках, у него титул-то академик есть, но какой он к ядрени фени академик, когда с тремя подбородками еле дышит, стоит, чего-то там вещает о том, какой уникальный продукт мяса и как его надо жрать. Сам, так сказать, весь салом исходит, и уже одной ногой в могиле, а все кричит, свой бюштекс, таща за собой в могилу доверчивых, безвольных тысяч или миллионов людей. Преступник это, а не врач. В белом халате. Ну, это, да ладно. Вот таким образом, я думаю, как бы закончить эту такую вводную часть, которая больше половины, видимо, времени у нас заняла, но очень важную. И, надеюсь, было полезно услышать эту информацию, и вы сможете донести ее другим, и теперь уже понять, чтобы вас никто обмануть не смог, вы уже не думать, куда метаться, как вот тот человек, с чего, значит, мне послание, я начал свое повествование, да, сегодняшнее. Вот теперь можно, я думаю, прийти к вопросам, и я бы хотел тоже, у меня большое количество вопросов, которые, знаете, такие продуманных, развернутых уже написано, я бы очень хотел тоже на них, в частности, ответить. Так, ну и сейчас, друзья мои, к вам у меня просьба. Ну, во-первых, давайте поблагодарим Юрия Андреевича за такое чудесное выступление. И по нашей традиции поставим столько плюсиков и восклицательных знаков, как вам понравилось.
Благодарю вас. Очень тронут. Действительно, не зря было, в чем я и был уверен, потому что это действительно объективно важные знания. Вот, и пригодятся каждому. А что еще я бы хотел сказать? Если у вас есть вопросы, ну, именно к тому, что я, о чем я говорил, то напишите, хотя, наверное, сказано все, да, если не будет, я зачитаю несколько вопросов и отвечу на них, а потом мы будем читать вопросы ваши, ладно? Вот таким образом сделаем. Ну, вот. Давайте, да, давайте сделаем так. Так, а я пока вам в чат еще раз скину ссылку на тот бонус, который мы для вас приготовили. Ну, когда скажете, когда можно? Да, да, можно. Уже можно. Ну вот, один из вопросов. Пишет мне, не будем называть имен, какая разница. Здравствуйте, Юрий Андреевич. С вниманием слежу за вашими всеми выступлениями, которые помогают найти очень многие ответы на вопросы. Он мне присылает ссылку. Честно говорю, не смотрел, обязательно посмотрю. Он мне пишет. Вот, посмотрела документальный фильм. Очень бы хотелось узнать ваше мнение. Последнее время все чаще наталкиваешься, как интересно, а я не знал, на информацию о безвредности, в кавычках, дрожжей, которые употребляют при выпечке хлеба. О том, что дрожжи погибают при температуре плюс 60 градусов. И она говорит дальше. А как быть с термофильными дрожжами, которые выдерживают 100 градусов? Но я сразу скажу, что не 100, а гораздо больше. Существуют ли пекарные дрожжи, которые действительно погибают при выпечке? А как насчет полезности хлеба из пророщенной пшеницы? Ну вот. Остаются ли полезные свойства после выпечки при температуре выше 45? Спасибо вам большое за вашу работу и помощь, Люс, с уважением. А тема действительно очень интересная. Я был, конечно, удивлен, что сейчас такие данные о якобы безвредности дрожжевых грибков, ну, дрожжей, поступают. Вы знаете, на самом деле, конечно, это, ну, вот поймите, что наши, у нас в организме, а мы симбиотические организмы, есть те наши, должны, по крайней мере, быть, да, полезная симбиотическая микрофлора, которая нам нужна как виду, и предусмотрены это природой. Значит, они должны у нас при здоровом теле размножаться и выполнять свою роль в качестве, значит, в том числе по синтезу микроэлементов, ой, господи, витаминов, что я говорю, микроэлементы никогда не синтезируются, они попадают к нам только с пищи или не попадают, а все остальное в той или иной степени синтезируется. Аминокислоты в микрофлоре нашей симбиотической, у кого она есть, толстого кишечника, витамины, в том числе В12 и так далее. Что касается дрожжей, они не являются симбиотическими нашими родными продуктами, поэтому если мы какой-то продукт получаем с использованием чужеродных грибков, вирусов, бактерий, это, конечно, неестественно. До революционной России, а также до 1948 года у нас хлеба пекли на заквасках. Это совершенно другие организмы, но, по крайней мере, они никакого отношения не имеют к термофильным дрожжам, искусственно выведенных в фашистской Германии в 30-х годах, которые были направлены, конечно, на доказательства этому есть убойные, на как биологическое оружие. Но в долгосрочной перспективе мы это оружие получили, не только мы, а многие страны после Второй мировой войны, и потому что экономический эффект огромен. Быстрее всходит тесто, так сказать, не оседает. Ну, в общем-то. А сейчас вообще, вы знаете, применяют даже, я бы сказал, в промышленной пекарском деле, вот в этом, применяют даже и не дрожжи уже термофильные, хотя их тоже, а там такие химические препараты, которые там вот еще быстрее вспучивают хлеб. Так что вот, значит, нет, конечно, значит, даже 160 градусов и 180 термофильные бактерии не погибают, потому что та самая плесень, тест очень простой, лежит у вас, попробуйте положить в чуть влажном климате или просто даже в сухом, и то в пакете или там полиэтиленовом, значит, все равно появляется плесень, а это говорит о том, что прорастают споры. Грибок остался, и по крайней мере, может быть, даже не один вид грибка. Вот. Полезные свойства при выпечке теряются почти абсолютно. И тот хлеб, который получали в древние времена в русских печах, немножко по-другому делался. И не только, понятно, из цельнозерновой муки грубого помола своей родной. Это закваски, которые культивировались бабушками, прабабушками столетиями и уже имели другие возможности
при более низких температурах получать этот продукт, который мы хлебом называем тогда и сейчас, это разные были хлеба. И совершенно другие температуры были. И тогда, значит, при этой обработке, когда в остывающей печи, как мы говорили о ферментации, ну, были, конечно, для хлеба более высокие, но даже 70 градусов и чуть ниже, еще остается очень много полезных компонентов, которые можно было из хлеба извлечь потом. Потом, в хлеб добавляли в древние времена еще перемолотый корень кипрея, иван-чая. И тогда этот хлеб не портился очень долго, имел, ну, антисептические свойства. Короче говоря, в идеале, и то стали когда хлеб использовать? Когда изменился климат, когда стали запасаться зерном, ну а потом, поскольку надо было отапливаться и придумали печки, то печка ведь в переводе на русский печка, ка на санскрите, ну на русском, соответственно, душа, душегрейка, да, в переводе. То есть для обогрева печь была. А готовить с ней стали потом, видя, что какие-то вкусовые изменения стали происходить, и многие втянулись в эти вкусовые изменения. Ну, поэтому это стали делать, потом уже по... Как говорится, человек к чему приучается, то и продолжает делать. Ну, многие, по крайней мере. Вот. Но все равно это была другая еда. Та же пареная репа, это была не вареная. Про это я говорил уже. Другой вопрос очень интересный. Так. Ага. Так. Вопрос касается Арнольда Эрета и его книги «Целительная сила бесслизевой диеты». Я тоже сыроежка именно с его книги. Вопрос вот какой. Как вы относитесь к тому, что не все овощи стоит есть сырыми, да и вообще людям, что такие, как кабачок или брюссельская капуста, к примеру, тоже так могут накапливать слизь? В общем, все овощи, которые не зелено-листовые и не фрукты, по его словам, накапливают слизь. Очень интересует ваше профессиональное мнение на этот счет. Также... Прошу ваше мнение по поводу грибов. В книге Эрета ничего о них не сказано, но это и понятно. Как вы считаете, сырые грибы входят в видовую пищу людей? Заранее спасибо за это. Также можно... Ну да. Так вот, два момента, да? Скажу на первый сначала. Итак, продукты, которые якобы тоже могут накапливать слизь. Что такое слизь вообще? Слизь – это погибшие лейкоциты, которые уничтожили антиген, попавший в организм. Слизь в больших количествах выделяется, когда пища, во-первых, является, ну, условно, пища, это животные белки, либо любые другие чужеродные агенты. И, в частности, вообще любые, на самом деле, тяжелые белки, даже вот фасоль вареная, жареная, она тоже в какой-то степени вызывает слизеобразование. Да, и даже злаки. В этой мере прав, эта пища тяжелая, она условно, она не видовая, она как от безвыходности пришла, как помощь людям. В исторические трудные времена, когда были мощные глобальные катастрофы, и фрукты определенный период не росли, либо их было очень мало. И тогда это, как от безысходности, прекрасный вариант. Потому что фасоль, горох, бобы, плоды в сушеном виде, злаки лежат десятилетиями, некоторые столетиями не портятся. И это прекрасный продукт на переходный период, но не идеальный. И слизь в какой-то степени да. То есть это продукт реакции, направленный на выведение и определенных компонентов, не являющихся видовой составляющей для нашего потребления. Вот. Но никак к этому не относятся овощи, которые, конечно, не имеют какие-то яды, а я никаких ядов и вредных веществ в брюссельской капусте или в кабачке не вижу, поэтому они, конечно, не являются накапливающими слизь. А что касается грибов, то этот ученый, видимо, конечно, ну, не изучал, может быть, где он жил или рос, грибов не было. Может быть, в такой цели уже вот в городах, где вообще, может быть, люди вообще не потребляли в этом городе грибы, он как-то не задумывался. У нас же на Руси грибы всегда знали, что они являются продуктами, ну, как бы это сказать, таблетками, условно, так, на современный язык. То есть, многие грибы, мы эти знания современные люди во многом утеряли, но это определенные лекарства были. И есть, конечно, те грибы, которые являются и высокобелковыми, и белки относительно легкой доступной форме могут усвоиться, разобраться до аминокислот, а потом из этих аминокислот могут синтезироваться наши белки без особой потери и затрат энзимов, да, ферментов. Так вот, это белые грибы, в первую очередь, благородные. Это сыроежки.
некоторые другие виды. Вот, поэтому их можно есть и сырыми, ничего страшного здесь нет. Вот, это вот другой вопрос. Я думаю, что сейчас, может быть, мы ответим тоже от, немножко из интернета, ну, значит, с форума, а потом часть я другие листки возьму. Но есть очень интересная тема, правда, она не быстрая, которую мне написала одна девушка и женщина. Я бы очень хотел коснуться этой темы. Это касается одного появившегося в интернете такого как бы врача-биохимика, которого, у которого она в свое время лечилась, но потом перестала у него лечиться. И вот она про него написала, я посмотрел, изучил, ну, какие-то вещи очень логичные, какие-то совсем нелогичные. И потом она написала ему на форум. И вот этот врач стал такие вещи говорить, так себя вести, что я бы очень даже хотел вам всем скинуть сейчас, попросить Сергея, с дискеткой на его компьютер вот этот, с которого ведется, перекачали мы сейчас, вам эти ссылочки скинуть, чтобы вы потом ему написали ваше мнение о том, что пишет этот дорогой, уважаемый врач, и как он относится к людям, как он своими высказываниями хамскими унижает нормальных, честных людей, действительно беззаветно служащих людям. Ну, я, естественно, про себя молчу. Я говорю про Мару Горшаковну Оганян. Я говорю про тех, кого он по-хамски называет, вы потом увидите, как ширпотреб. Поль Брэк, Шелтон, Норман Уокер. Когда же ему приводят пример, когда он говорит, вы лучше о наших скажите, вот этой девушке он пишет, Углеве, например. И когда он говорит, да-да, уважаемый товарищ, вот как раз давайте о Углеве, теории адекватного питания. О чем писал-то уважаемый академик Углев? Он умалчивает сразу, так сказать, об этом. Ну, то есть, вот я вот очень вас прошу, действительно, напишите, он на этих форумах сидит, куда ссылочки вам скинут, там вот 6-7-8 ссылочек там будет, и потом еще одну. И вы тогда, если сочтете нужно, напишите этому человеку, что вы думаете. И как он общается с людьми, и главное, какие он приводит аргументы на то, о чем просят его. Ну, почитайте, ознакомьтесь, изучите. Он открывает это, 5 минут, очевидно, я так понимаю, смотрит, сразу же пишет кучу хамства и негатива, причем перевирает, к примеру, про меня он просто переврал все, что я говорю. Я такую глупость, вот сразу видно, что человек вообще не понимает, хотя он биохимик. И считает, что другие ничего не понимают как раз. Он один является пупом земли. Но об этом я вам процитирую и очень хочу про это сказать. Что же написала девушка, это будет как, ну как бы это сказать, предисловием к этому. Может быть, уж и сейчас вдогонку про это сказать, коли я начал про это. Чтобы потом опять на это не ссылаться. Да, можно. Да? Давайте сделаем так. Пишет мне изначально, значит, девушка следующая. Юрий Андреевич, огромная вам благодарность за ваш бесценный труд по нашему просвещению. Так, слушаю, читаю вас, часами не отрывай. Кажется, что таких мощных, глубоких, ну, прям неудобно, не получал. Дело в том, что в долгих поисках путей, средств избавления себя от тяжкого недуга, болезни, конечно же, в официальной медицине, имеющий статус неизлечимой болезни своей, да и какие у нее излечимые у официальной медицины, правильно, познакомилась с клиническим биохимиком Гордейчуком. Кстати, даже вот фамилия Гордейчуком, гордыня, да, слово? Совпадение, может быть, не случайно. Весьма интересного человека. Лечилась у него, не буду о нем писать много. Я дам вам ссылку на его посты на форуме здоровья на mail.ru. Так вот, его единственное и как бы верное утверждение по поводу болезни человека, это, цитирую, не искажая ничего, в кавычках, его цитата. «Обмен веществ у человека генетически детерминирован, и если в нем есть ошибка, то при определенных обстоятельствах, усиливающих обмен веществ, усиливающих, стресс, инфекция, простуда и так далее, эта самая ошибка ползет вверх и проявляется в виде того или иного заболевания». Кстати, я об этом также говорил, абсолютно верно, только по-другому. Ошибки, если уж так сегодня посмотреть на людей, есть у всех. Так вот, он по его опыту и, в скобках, не могу судить, не знаю, но мое излечение не удалось. Хотя поначалу помогло здорово. А, вообще не удалось. Предлагает обойти природу и назначает коррекцию обмена веществ. Чем бы вы думали, вам стало интересно, что человек... Да, так, немножко пишет. Хорошо,
Поясню, он назначает анализ на уровень аминокислот, микроэлементов крови и мочи, абсолютно правильно. И по результатам, как ребус разгадывает, что тоже логично, назначает, ну что? Препараты, витамины, минералы и все в высоких дозировках. Потому как только высокие дозировки способны работать плюс жирная диета. Исключая белковую составляющую. Здесь у вас перекликается. Но есть он, то есть он буквально смеется над утверждениями натуропатов, да и просто врачей. Нельзя жареного, жирного и так далее. То есть, чтобы восполнить запас энергии у человека, отобрав у него белок, как он пишет, он назначает животные жиры, причем в его трудах так и написано, избыточное количество твердых и других жиров. Это страшное дело. Ну тогда давайте самый твердый жир, вот маргарин синтетический, который 100% приводит к раку. Прекрасно, давайте его назначать. Дальше. Он очень смеется надо мной, когда я ему заявляла об уходе от него и переход в ряды натуропатического лечения. Потому как он говорит, организм не дымоход, чтобы его чистить. Умно. Очень вас прошу на досуге, или вы найдете время для прочтения его постов, прокомментируйте, пожалуйста, этого далеко не безграмотного специалиста, врача, очень интересно ваше мнение на сей счет. Ну, а что касается меня, то я благополучно теперь без единого препарата, пройдя курс по очищению у Оганян, да, по ее методике, и перейдя на видовое питание весьма легко после очищения, что логично и разумно, дождаться не могла окончания курса голодания, как слюни текли, проходя мимо прилавков с фруктами. Именно их безумно хотелось, и именно хурму за полгода убрала 90% своего заболевания и прекрасно чувствую, так как, наверное, никогда себя в молодости не чувствовала. Мне 40 лет. Иду дальше на 1000%, уверенная в правильном векторе. Спасибо вам огромное за ваш труд и вашу доброту, если вы не вы, собранные вами, ну, в таком тандеме у Добродравина. Отчаяние, наверное, привело бы меня к пропасти. Вот ссылка на посты Гордючука. Значит, скинули этого товарища и дальше... написала, у меня уже потом несколько было писем, но вот буквально сегодня еще было 3, и я вот что скажу. Добрый день, Юрий, я уже послала вам, писала вам о таком биохимике Горчуке Владимире, у которой я лечилась, который ведет весьма активную деятельность на форуме здоровья на Mail.ru. Ссылки я вам уже скинул. Я вошла с ним в небольшую дискуссию и отметила труды Шелтона, Уокера, Поля Брега, на что он мне ответил, что это ширпотреб и медицинских знаний там нет. Ну и как он отозвался о вас и вашем блоке, об Оганян, кухарке, это он так ее назвал, я тоже скинула. Очень прошу вас, пожалуйста, остановите этого человека достойно и грамотно, как вы это можете, как это можете только вы, ну, благодарю. Мне до слез обидно, и я понимаю прекрасно, и мне, честно говоря, обидно, за такое глумление, ну, не над собой, на той же Оганян и другими учеными, за такое глумливое отношение, ведь он тоже биохимик. Понимаете, а поливает грязью так некрасиво, так недостойно не только врача, но вообще приличного человека, людей, да ладно бы на каком-то основании, ладно бы на научном диспуте, но прочтя буквально верха, как видно из его едких, пошлых заявлений, огульных, высокомерных и так далее, он и не вникал в суть, он исковеркал и... абсолютно переврал то, что говорю я, Оганян и так далее. И поэтому я вас прошу для интереса. А во вторую очередь, чтобы вот эта самая справедливость восторжествовала, пожалуйста, напишите то, кто что думает. Изучив, конечно, что говорит этот человек, поняв, понимая, что говорим мы, посудите, кто прав, кто виноват, так сказать. Да, спасибо. Тут очень много вопросов еще... про знаменитую турбожрачку. Не знаю, стоит, ну, не много стоит. Мне... А вкратце можно сказать. Я знаете, что единственное скажу? Не, я просто буквально два слова. Понимаете, какая что очень много и мне приходит. А знаете, вот десятки писем, какая модель плиты у вас? Я уже фотографию даже сделал, потому что не нашел паспорта, понимаете? Ну вот, ну не нашел, жена куда-то убрала, не может найти. Я просто фотографировал плиту, посылал, мне даже человек говорил, такой ссылочкой, знаете, сделал в фотошопе или в чем, такой квадратик, стрелочкой, где надо посмотреть, где пишут модель на самой плите обычно. Ну, она вмонтирована, это сделать, ну, вроде на лицевой панели, неважно. А одна женщина даже написала, я вот тут не найду, что у меня
такая-то модель пароварки, где керамическая внутри чашка стоит, керамика, да, ну, прекрасно. И она может аж от 30 градусов, она пишет. Значит, ну, не помню, Moulinex или какая еще, но это легко найти. Ну, прекрасно. Но, что я хочу сказать. Я говорил на том 6-часовом марафоне, что я первый раз тогда попробовал, зная азы, вот как бы биохимии, поняв, что примерно надо сделать, что требуется. И примерно, что ожидал, получил. И теперь, чтобы... Мне пишут, а вот как с гречкой пророщенной, можно ли ее, да, там, ферментировать, еще другие, про лен там, про... Я говорю, да, можно, даже мне некоторые писали люди, что что-то у них получилось, да. Так вот, для этого нужно сделать несколько экспериментов, у меня этого времени нет, думаю, до осени я постараюсь сделать, совсем нет времени, я ем сейчас очень просто, то, что вот просто живу, и мне этого хватает, но понимаю, что многим людям в определенный период, когда, знаете, сильно худеют, или они занимаются активно спортом, или после каких-то тяжелых болезней они имеют, ну, дистрофию, об этом мне писали, очень серьезные были проблемы у некоторых и есть людей, то это было бы полезно. Потому, конечно, нужно проводить эксперименты. Я обязательно это сделаю. И каждый из вас сделайте это. Экспериментируйте, делайте разную влажность, разный объем продукта, разная стадия измельченности, так сказать, температура разная, но до 40-45 градусов, не больше. И делайте эксперимент, и вы по ощущениям поймете обязательно. А я постараюсь это осенью сделать некое исследование на эту тему. Вот я думаю так, да? Угу. Вопрос еще хороший, кстати, в тему. Сейчас в Ростове вспышка менингита. Вот стоит ли родителям детей сыроедов и вегетарианцев беспокоиться, или можно расслабиться? И как вообще сыроедение на такие вот серьезные инфекционные заболевания влияет? Значит, вот как. В целом скажу так. Я не знаю, какой, что там за менингит. Два ребенка умерли. Понимаю. Так ли это, я имею в виду, причина в том ли, что менингит, или в чем другом? Конечно, что-то могут от нас скрывать. Но предположим. Так вот, все воспалительные любые процессы, вернее, не так скажем, все инфекционные, вирусные заболевания, любые эпидемии, как правило, происходят от того... И где поселяются, во-первых, вот вирусы в первую очередь? Они поселяются в мертвых либо, ну, ослабленных клетках, паразитируют. Не справятся практически никакие вирусы с живой сильной клеткой, с сильным иммунитетом в целом в организме, когда у человека крепкий иммунитет. Поэтому они всегда есть, но природа эпидемии разная. Но в целом, если взять отдельный организм взятый, тут происходит следующее. Когда он ослаблен, из-за того, что в организме накоплено огромное количество шлаков, токсинов, гнойных токсинов в первую очередь, есть гной в организме, и есть либо погибшие, разумеется, клетки, и находящиеся в стадии нагноения, полусмерти, в вялом состоянии. Так вот, тогда эти клетки могут поразиться грибками, различными вирусами, и в частности, вот эти инфекционные заболевания есть причина изначально ослабленного организма и наличие гноя в организме. Разумеется, если человек сыроед, это не значит, это не панацея. Ведь многие сыроеды только стали сыроедами, но проблемой глубокой они не избавились. У них есть свои сложности, кризы, у них организм не очищен, и такой организм, значит, он не обезопасен от этих проблем, в том числе эпидемий. Поэтому я бы все-таки рекомендовал бы остерегаться. Если человек абсолютно в себе уверен, и он действительно уже серьезно очищенный человек, сыроед со стажем, крепкий, сильный, выносливый. Вот тогда да, я могу сказать, что можно не беспокоиться. Но я бы в этом случае все равно даже, знаете, что советовал? Употреблять в эти периоды чеснок, хрен, кизил, бруснику, брусничную воду, укроп, подорожник, крапиву. Делая зеленые коктейли усиленно. Делая паузы хорошие между приемами пищи, часа в 3-4, чтобы подстегнуть как раз иммунную систему для активизации процессов. Голод тоже подстегивает, но не в том случае, только если человек совсем ослаблен. Итак, вот эти мои советы такие были бы в данном случае. Так, ребята, какие есть еще вопросы? Пишите, потому что сейчас еще... А то, что я могу, да, читать другие. 15 минут мы... Поотвечаем на вопросы, и на сегодня мы закончим.
Ох, вопросов сразу побежало очень много. Да? Так, так, секунду. Вот это очень интересный вопрос. Ну, или вы сначала, а потом я по одному. Ну, может, да. Да, давайте я. Пишет человек, наткнувшись на материалы КОП, ну, это концепция общественной безопасности, кто не знает, информация из сайта Родноверов несколько лет назад начал переосмысливать свою жизнь, начал понимать, как работает матрица, ну, мировая имеется матрица жизни нашего общества. Отказался от многих вредных привычек и, прочитав материалы по сыроедению, послушав вебинар, ну, мой, видимо, начал подумывать о переходе на видовое питание. Очень хорошо человек это назвал, правильно, конечно, называть не сыроедение, а видовое, все-таки адекватное питание. Стал больше употреблять фруктов, овощей, меньше мяса и вареной пищи. Конечно, для этого, наверное, нужно перебраться в поселение. Да нет, не обязательно, но, конечно, лучше. У нас около Тольятти появилось некое солнечное. Но есть вопрос. Как может сказаться желчекаменная болезнь? Ну, очевидно, что у человека она есть, поскольку его это очень волнует. Имеется два камешка около 1,2 сантиметра в диаметре. Это очень большой диаметр. Запятая, наследие прошлой жизни. С благодарностью за всю информацию. До свидания. Это многих волнует, и, по крайней мере, я не знаю, пожалуй, ни одного человека, у кого-либо, не дай бог, он сам, но родственники, знакомые не имеют, не имели бы этой проблемы. У многих это есть. Я лично очень многие знаю таких людей. И ничего удивительного нет, человек и сам пишет, что он только сейчас, начав понимать, перестает употреблять мясо и перечисляет, пишет. Вот понимаете, желчь, которая всегда будет застойная, где будут концентраты желчи и те неорганические минералы, которые будут коагулировать на себе, собственно говоря, желчь, а желчь густая будет этот процесс подстегивать, и, скажем, минералы, неорганические, кальций в первую очередь будет, опять-таки же, вымываясь из костей и так далее, в больших количествах поступать, например, в желчный пузырь, будет обрастать, твердеть. Вот, собственно, кальций, это же кальциевая природа изначально, в любом случае, камней этих. Конечно, там не только кальций, другие минералы тоже, однако. Так вот, я говорил про этот метод, и он самый простой. То есть вот на 100% из 100, вот на 100 из 100, любой человек, у кого это есть, лишится этой проблемы как? Легко и быстро. Но в зависимости от того, какой камень, они тоже разные природы бывают, разной плотности и так далее. Неважно. Медовая вода. Утром человек встает. Желательно ничего не ест час-два. Ну, можно и 15-20 минут, если уж совсем бежать надо. 2 стакана воды. Не кипяченый, можно подогретый до 30-40 градусов, не больше. Берет мед, желательно активный, с высоким диастазным числом. Хороший мед, желательно темный. Ну, экологически чистый, понятно. Желательно. Так вот, в той или иной степени эффект будет, просто медленнее и быстрее. 2 чайных ложки сверху меда. Он рассасывает. Но быстро это надо делать, потому что эффект 15 минут всего лишь идет. Рассасываете мед с водой. Можно взять немножко меда, воды в рот, пожевали, проглотили и так далее. 200 грамм сфинктера желудки открывает, 12-перстную кишку. Это все проходит. Там протоки желчевых путей. И, соответственно, это такое активное вещество, мед, что, скажем, к твердым инертным образованиям вот этим камням кристаллики меда как приклеиваются, как разница потенциалов, как магнит вот притягивается, а если правильным полюсом поставить, да, чтобы он притянулся. Так вот, налипают, но мед, он притягивает на себя воду, чтобы раствориться. Кристаллики меда должны раствориться. И они растворяются вместе с тем местом, куда прилипают. И так микрон за микроном постепенно рассосутся камни. И это может произойти от месяца двух до полугода или чуть больше, если очень тяжелое и запущенное состояние. Но, разумеется, это будет несоизмеримо быстрее, если вы будете пить зеленые коктейли. Если вы будете очищать организм, например, ведь это не мешает, что я сейчас сказал, той методике, что Марва Вагашак-Наганян, например, дает, когда объясняет методику очистки организма голоданием. Ведь у нее тоже присутствует мед, отвары трав. Пожалуйста, но просто позже. Встаньте, начните с этого. Пройдет 15-20 минут, и вы можете дальше по системе. Грейпфрутовые соки, прекрасно. И так далее, и так далее. Вот. Это... И не будет никаких камней. На 100% из 100.
Не на 99, а на ровно на 100. Это вот так касается, ну, чтобы уж последний раз, я думаю, в следующий раз, когда люди будут спрашивать, просто можно будет послать на эту ссылку, а предложить человеку посмотреть, да, и все. Здесь вот вопрос еще многие уже задали про проростки. А, ну да. Ну, причем такого конкретного вопроса нет. Что, кстати, друзья, большое упущение со стороны тех, кто этот вопрос задавал, потому что когда мы видим слово «проростки» и много восклицательных знаков, не совсем понятно, что интересует. Ну, в принципе, просто вот о пользе, а еще я слышал, кто-то выступает, наоборот, о вреде проростков. Да. Вот, то есть, вот что вы могли бы сказать? А я вкратце, в принципе, уже коснулся сегодня этого, что есть случаи, что нам проростки, ну, скажем так, человеческой цивилизации были даны, и тогда они получили самое широкое применение – после больших глобальных проблем, когда стал меняться климат, и это некое стало аккумулятором, запасом, что ли, гарантией на то, что человек может не умереть с голоду. То есть вот в этом смысле это полезно, прекрасно, потому что это может долго храниться, в отличие от фруктов, правда, которые долго не будут храниться, или ягод, или тех вершков, что называется, которых мы едим в виде зелени. Ну так вот, это концентрат, даже клубень будет лежать полгода или год в идеальных условиях, он испортится. А они могут лежать долго. И они были даны нам на планету, причем это не всегда было, и известно когда, об этом я тоже часто говорил, это уже другой темы, более глобальной касается, но тем не менее, они в диком виде не найдены. Селекция только велась, используя изначальные сорта, например, если мы говорим о пшенице, это полба, спельта. Многие виды вообще не менялись никогда, то есть изначально фасоль, а только может быть селекция вестись. Так вот, и поэтому там высокобелковые эти вещи, там не только в этом дело. Не нужны нам высокобелковые концентраты, если у нас есть в рационе зелень, если у нас в рационе есть фрукты. Потому что в любом случае мы должны прийти к тому, если мы хотим быть действительно здоровыми людьми, чтобы наша симбиотическая родная микрофлора, поскольку мы симбиозные организмы, включится в нашу биохимию и начнет синтезировать для нас, получая самой необходимые питательные вещества в виде клетчатки, которые они потребляют, да? А клетчатка – это зелень, это фрукты, ягоды. И мы, они будут нам выделять витамины и так далее, и аминокислоты. Но да, не у всех этот процесс работает, у кого-то вырезан аппендикс, все понятно. Поэтому есть другой способ. В легкой доступной форме всегда есть аминокислоты, витамины в зеленой части растения, в клубне. Но больше всего и самая легкая форма – это фрукт. Быстрее переваривается, больше дается энергии, а белков нам не надо так много. У нас есть, тут был один из вопросов, да, видимо, не дойдем, касаемых там умозаключений, очень интересных рассуждений, очень интересных человека на тему, типа, большой целой страницы мелким шрифтом насчет белков, аутолиза, очень правильно человек, в принципе, пишет. Так вот, я вам скажу так, и говорил это раньше, что когда организм функционирует правильно, печень справляется и не перегружена, то есть такой у нас цикл замкнутый фактически, когда мы можем почти вечно без присутствия извне, без включения извне, белки свои разбирать, но не выводить их с мочой, когда моча как раз закисляется, да? Вот как раз когда ацидоз, и когда смотрят по лакмусовой бумажке, что у нас слишком кислая моча, какая не должна быть кислая. Это как раз мы, извините, жрем эти ненужные белки, в основном, конечно, животного происхождения. У нас почки и печень работают на износ, через почки удаляются избытки азота, и как раз вот эти азотистые тяжелые соединения, аммиак, нитриты, нитраты и так, то есть токсичные, вредные токсичные вещества в основе, которые в природе лежит азот. Его избыток не надо нам столько. Ну, когда нет этих нагрузок, когда организм входит в генетически запрограммированный режим видового питания, то у нас работает цикл, который печень разбирает, утилизирует через кровь, потому что через кровь все питательные вещества и вредные токсичные вещества через кровь передаются, утилизируются, выводятся, либо наоборот поступают. Так вот, печень их утилизирует, белки. Например, клетка погибает, пришел ее срок. Она состоит из белка, основа, структурный элемент, да, строительный материал, как мы все знаем. Но печень может этот белок разобрать и опять из этих аминокислот синтезировать белки, по крайней мере, белки плазменной крови синтезирует печень. Так вот,
может печень взять на себя функции огромные. И тогда нам не нужен будет практически из-за нее белок, что и доказывается теми людьми, которые не едят белок никакой. В частности, я, например, там 3 года практически не ел белок никакой, даже растительный. Ну, я, конечно, не говорю о том, что даже кабачок содержит в каком-то количестве белок. Ну, мы говорим даже о фасоли, бобовых, зерновых. То есть это, конечно, все преувеличения большие о важности. Но подчеркиваю, это человечеству были необходимы. Это очень важные продукты. Знаете, для чего? Для того, чтобы вы были свободными людьми. А знаете почему? Неважно по какой причине. Вот устраивают в стране голод или катастрофы, катаклизм, война, неважно что. И если у человека есть эти запасы, которые могут в сухом виде лежать и не портиться, человек всегда выживет. Поэтому я всем вам дам добрый совет. Имейте у себя на даче, делайте запасы в пластиковых ведрах, заворачивая в полиэтиленовые пакеты, в герметичные упаковки, а потом в пластиковые бочки зарывайте где-нибудь. Имейте НЗ. Кто-то будет над этим смеяться, но это на самом деле, знаете, будет сразу не смешно, когда петух клюнет в одно место. Не дай бог, конечно, мы все этого не хотим, и я тоже, а вдруг? Что, это сложно сделать? Но представьте, как вы себя и свою семью обезопасите. Сделайте эти запасы на дачах, в квартирах и так далее. Вспомните историю, неужели она нас не учит ничему? Так что вот для этого необходимо. Я один вопросик хочу прочесть, если вы не против. Угу. У многих начинающих сыроедов при переходе на сыроедение, да, в организм начинает процесс брожения. И это верно, кстати. Очень мало информации в сети насчет этой проблемы. Единственный человек, который коснулся этой темы и снял видео по ней, утверждает, правда, жаль, не написали кто, что рассасывание морской соли очищает кровь и избавляет от бактерий бродильщиков. Кстати, я видел в интернете одного такого парня, который, конечно, материал давал очень тяжело, но, однако, я про это помню. Андрей Чернов? Ну, не помню, может быть. Качок здоровый. Ну, типа, да, такой, который говорит очень тяжело, но, тем не менее, коснулся. Было бы неплохо, если бы вы поняли этот вопрос важный. А я вам скажу, что да, действительно, почему происходит брожение? Ну, это очень просто. Человек изменил вид питания. Питался он неадекватно. Не в соответствии с видовой пищей. Но организм в какой-то мере, это я так в кавычках беру, приспособился. Он, конечно, не приспособился. Просто та патогенная микрофлора, условно микрофлора, хотя фауна в основном, да, ну пусть, неважно, микрофлора, которая в толстом кишечнике в основном, конечно, хотя и в тонком тоже, в огромных количествах сидит и процветает, питаясь нашими денатурированными мертвой пищей, вареной, жареной, убитые, уничтоженные, да, жизни где нет, но они это питаются, они бактерии, вирусы, грибки, редуценты, про что я многократно говорил, то есть разложители. У них это видовой тип питания. Но они выделяют нам в организм шлаки и токсины, продукты своей жизнедеятельности, которые травят нас, для нас являются проблемой. Так вот, они присутствуют, но вы переходите на сыроедение. У вас еще не запущена, не функционирует родная симбиотическая микрофлора толстого кишечника, которая должна работать. Что происходит? А происходит вот эта проблема, когда начинает погибать патогенная, когда еще не заработала наша симбиотическая, вы себя вгоняете много сахаров в виде фруктов и так далее, например, или сухофруктов, тем более, не дай бог, в начале. Не дай бог сначала. Да еще орехов, когда белки все равно поступают, пусть и растительные, значит, и еще сахара добавляете концентрированные в виде этих сухофруктов. И вот это крайне неправильно. Крайне, а еще не дай бог сыроедческие тортики при этом. Вроде бы вы сыроед, а с другой стороны вы просто сделали короткое замыкание в вашей пищеварительной системе. Поэтому происходит именно брожение, что все происходит в смешанном виде, как раз нераздельное питание, как раз еще не справляется той объем симбиотической микрофлоры, чтобы это... А патогенное погибает, уже нет некоторых видов тех патогенных микроорганизмов, которые могли бы в какой-то мере переработать, и пусть дав вам яды определенные, но тем не менее вы их уже по проторенному пути будете откладывать в организме, частично выводить, вроде не так это видно воочию явно, эта проблема. Идет перестройка. Поэтому это видно. И как... И правильно человек говорит насчет соли в какой-то степени. А почему? Ну, потому что соль является чем? Консервантом. И ничего удивительного нет. Вы добавили соли, и вы часть патогенной микрофлоры прибили, как бы. Ну, от этого принципиально ничего не меняется, кроме того, что газы перестают вырабатываться, и некоторые продукты брожения, вредные тоже, конечно же. Но, тем не менее, принципиально ничего. Когда-то ведь нужно у этот момент, чтобы прошел. Поэтому в переходе, кстати, сразу дам ценный совет.
А все-таки сначала, если вы уж вы не хотите проходить систему очистки, что логично и разумно, а потом проблем, как правило, нет, не используйте концентрированные сахара, пусть даже природные, в виде сухофруктов, никакие строительские тортики. А используйте фрукты не сразу, пейте зеленые коктейли, больше ешьте зелень, пусть салаты, разумеется, в начале. И используйте уж тогда не соль, а используйте те природные антисептики, которые будут делать это же самое, подавлять патогенную микрофлору, но не будет причинять никакого вреда. Это уникальная вещь, это брусничная вода, то есть брусника живая, в баночку стеклянную засыпьте, залейте водой, лучше дистиллированной, холодной, поставьте в холодильник, и через 2 недели будет прекрасная розовая вода, которую вы потом можете подливать раз 5-10 в банку и пить эту воду. И вы сами увидите, допустим, начался даже бактериоз, дисбактериоз, проверьте, или просто тяжесть, выпейте и посмотрите эффект. Ну, конечно, это еще сразу оговорюсь, мочегонное средство, но это и прекрасно, очищаются почки. Кстати, безвредный способ очистки от камней в почках, в том числе брусничная вода. Используйте кизил, уникальную ягоду, которая является мощным антисептиком. Чеснок используйте в конце концов. Да, пожалуйста. То есть, сложностей тут нет никаких. Ну, это лучше, чем соль. Ну, если уж вы соль едите, или вот я делаю такую вещь, знаете, очень интересную, это... ткемали из кизила. Не из сливы, как обычно ткемали делают, живую, естественно, сыроическую. Перетирается кизил, туда хмели, сунели, другие некоторые приправы, но это уже тонкости. Значит, немного соли, но каменной. Та, которая в штольник добывается. То есть это древние моря, это не натрий хлор, поваренная соль, а там порядка 60 микроэлементов, 70 есть других различных ценных. В том числе литий, кстати, про который я говорил, очень важный микроэлемент энергетической подпитки нашего организма, для АТФ необходим. И тогда, значит, все это вместе, ну там чеснок, дает прекрасный эффект в плане как раз против брожения. Вот. И особенно на начальных этапах это тоже допустимо, вполне можно применять. Ну вот это я вот ответил, я думаю, на этот вопрос. Вот. Какие там еще что-то или как мы поступим? Да я думаю, что, наверное, мы... Что, вопросов закругляться там... будет? Да, вопросов у нас будет... Ну, про детей тут, конечно, много. Тоже. Тысяча. Ну, да. Я думаю, что, знаете как, я вот уже это пробовал, меня пригласили как-то, ну так скажу сейчас, вот, ну там, в студию одной фирмы, и они записали со мной видеоролики, я вот брал самые, ну такие... глобальные важные вопросы, на мой взгляд, да, вот их пачки, их тут вот масса, я распечатал маленький процент, крошечный. И я зачитывал, отвечая вот так, говоря комплексно, широко. Так невозможно, правильно, ведь я не могу каждому ответить и написать, это физически невозможно. Но вот таким образом и люди получат то, что они хотели, подробные ответы, и многоступенчатые, многогранные, и мне будет легче гораздо. Поэтому я предлагаю вот такой же вариант при некоторые более регулярные, может, какие-то встречи, чтобы были ответы на вопросы, на такие глубокие вопросы, потому что я коснулся, ну, кратких, а есть прямо на странице очень важные, где сильные рассуждения. Человек рассказывает историю своей жизни или заболевания определенного и описывает, что он делал. И вот тогда... действительно можно ответить человеку развернуто, потому что ведь я всегда говорю, ну вот вы мне описали очень малое. Если вы напишете подробно, да, хорошо, но если все напишут, это вообще будет невозможно. Но разобрав 1, 2, 3 случая таких-то заболеваний, таких-то, но чтобы их правильно разобрать и дать рекомендации, необходимо знать десятки моментов, задать десятки вопросов. Поэтому я вот, были такие эксперименты проведены, я просил женщину описать, она подробно писала, мы до сих пор ведем переписку. Марви Вагаршак меня написала, меня просила у нее, у Марвы Вагаршаковны, кое-что узнать. И вот мы, работая так немножко вот в таком неком тандеме, очень к интересному пришли. Вот сейчас какие есть результаты. Ну, короче говоря, это можно сделать таким образом. И все только от этого выиграют. Потому что тогда будет конкретика индивидуальная. И кто-то на этом примере, на каком-то типичном примере, а их же несколько групп, не бесконечное число определенных проблем, человек может применить к себе... увидит тонкости, подметя, так сказать, логику, для себя очень важные моменты, подметить и сделать правильные выводы. Мы сейчас говорим в общем, в целом, чтобы понимать процессы. И я еще раз всегда в этом что хочу сказать в своих вот выступлениях, что поймите, что всему есть причина и есть следствие. Даже если мы не видим этой причины и не понимаем причинно-следственных связей, это не значит, что не права природа, она ведь всегда права. А о чем говорят законы природы незыблемые, которым вечность есть, летоисчисление?
Они говорят о том, что в биологических телах есть определенные биохимические процессы, независимо от того, хотим ли мы это или не хотим. И если мы будем смотреть на свои извращенные желания, либо потаканием слабостям своим и чужим, а будем беспристрастно разбираться в них, мы всегда получим такие ответы, которые сегодня вы увидели в повествованиях и мной зачитанных великих известных людей, честных людей, тружеников, биохимиков, химиков, биологов, которых я приводил выше. И вся картина ясна. А нюансы, их масса-масса, но от этого не меняется картина мира и законы природы. Поэтому я хочу всегда, чтобы вы все помнили о них, и если что-то не получается, искали, в чем причины, а не то, что сыроедение, то есть адекватное, живое, естественное человеческое питание повлияло, привело к каким-то отрицательным результатам. Разумеется, это абсурд. А то, что люди последние годы, десятилетия, столетия и так далее потребляли, потребляют несвойственную пищу, так на то есть и результаты такого извращения законов природы. Это миллионы, сотни миллионов, миллиарды больных людей во всем мире. Вот и все. Спасибо большое Юрию Андреевичу. Мы сейчас пойдем еще вниз, сейчас в столовую попьем его чудесного чая с его чудесными земляникой, ягодами, да, поболтаем еще, а вас, дорогие друзья, отпускаем. Кстати, по поводу ягод, ребята, те, кто из вас живут в Москве, то, если вы еще не знаете, у Юрия Андреевича свое производство ягод, и это ягоды просто безумные вот по вкусу. Сейчас пока еще ягоды не пошли, такие пока еще сезон не открылся. Есть еще смысл попробовать. Очень вкусно, очень рекомендую. Есть магазин «Живая еда», я точно знаю, там продается. Да, я, знаете, из-за скромности всегда умалчиваю, потому что считаю, ну, как бы, знаете, неприлично, а кто-то скажет и будет прав, что, мол, вот вебинар используют для своей рекламы. Но уж коли об этом коснулись, а я, сами понимаете, и промолчал бы, коли уже не коснулся, скажу так, что у меня в блоге, ой, вернее, знаете, на моем сайте, который по продуктам, по экопродуктам, да, ну, легко на него найти, даже перейти, где раздел проекта, через мой блог, а мой блог youfralov.ru. Так вот, там выложили ролики, снятые в одной фирме, скажем так, где я подробно объясняю, чем же полезны вообще для здоровья человека ягоды, почему они самые богатые микроэлементами, нетронутыми и органическими, в ионной форме полезными, и так далее, и так далее, и так далее. Там где-то полчаса это идет, рекомендую посмотреть в разделе «Каталог продуктов» и «Ягода». Вот там это есть. Я очень рекомендую посмотреть, и по крайней мере, если уж не покупать себе, то учитывать это для своей жизни дальнейшей. Это очень важно. Вот. Но я еще могу добавить от себя, что я честно, объективно могу сказать, что это очень вкусно. То есть, вот вкуснее этих ягод, только натуральные, вот как они растут, только-только сорванная земляника, вот съеденная, вот она, да, она вкуснее. Вот, так что это я могу, это не рекламы в качестве, а просто как рекомендация, потому что я помню, я сам, например, когда вот переходил только на сыроедение, у меня был вопрос, а что же есть-то? Ну, да. Вот здесь как раз вариант. А прям... это такой ассортимент, причем действительно люди пишут, да, уникальность в том, что, во-первых, дикие, а во-вторых, то есть самые богатые нетронутые природы, они выросли в симбиотических отношениях с сотнями видов трав, деревьев, кустов. И почвы не были химически, как правило, во многих местах, ну я откуда, по крайней мере, получаю, при Хрущеве удобрены с самолетов в обязательном порядке продуктами химической ракетной промышленности, которым были удобрены все поля, к сожалению. И это большая беда, я об этом, в частности, касался в других выступлениях, немножко в той, вот, куда я вас сейчас отсылал, посмотреть рекомендовал. И еще в другом. Методика приготовления, к сожалению, в домашних условиях именно так, как я, не получится сделать, но это все равно будет прекрасно. Я рекомендую, даже если кто-то не имеет возможности либо желания купить, да, там, скажем, вы можете сделать сами, заготовить, но вот этот минус 18, то есть тот предел, который может бытовая техника, холодильник обычный, заморозить, свойства будут многие, ну не многие, процентов 10-15-20 потеряны изначально, а хранится в должном качестве это будет не более полугода. Просто при моих технологиях происходит потеря всего 1-2% питательной ценности и хранение годы.
Ну, этого не требуется, ну, просто я об этом говорю, да? Вот так. Да, и, кстати, по поводу ягод вообще, ну, кто вот у нас марафон, участвовал в марафоне или приобретал потом запись и выступление Бутенко Виктории видел, то она про ягоды говорит очень много и говорит, что ягоды – это как раз концентрат. И поэтому, дорогие друзья, сейчас у нас пойдет земляника, сейчас пойдет клубника, скоро уже абрикос будет пик, черешня. Вот если у вас есть возможность делать заготовки, делайте их обязательно. Обязательно делайте. Делайте обязательно ягодные заготовки. Даже просто заморозить в морозилке, это уже очень-очень хорошо. Когда вы в феврале, в марте 2014 года будете эти ягоды размораживать и кушать, ваш организм вам скажет просто вот, ну, невероятно... Огромную благодарность. Громкое спасибо, да. Да. Так, и еще раз напоминаю, что мы для вас со своей стороны еще приготовили подарочек в качестве скидки на записи интернет-марафона, который у нас прошел. Интернет-марафон вообще получился чумовой. Выступление именно Юрия Андреевича здесь было, вот проходило оно тоже в этом доме 6 часов. В 4 часу утра уже, я говорю, все, я падаю, мне надо спать уже, я не могу, да я смотрю, уже у нас участников тоже стало сильно меньше. 6 с лишним часов мы вещали, тут было озвучено все, и турбожрачка, тут все было вообще, про сыроедение от и до. Да. И вообще общее вот количество часов всех выступлений было более 40 на этом интернет-марафоне, сейчас вот эта запись, она доступна вот по этой ссылке, и для вас она доступна с 50% скидкой. А размороженные ягоды вкусные в том случае будут, если они заморожены в глубокой резкой заморозке, правильно замороженные. Но вот, к сожалению, поэтому я так скромно и говорю, что в бытовых условиях этого достичь порой трудно. Вот так. Да. Ну что ж, Дима, я говорю о... 40 часа, о всех записях, которые 40 часов из себя представляют. У Юрия Андреевича лежит запись... минус именно... 28-30. Нет, я имею в виду... Не-не, замораживать при какой температуре. Да, нет, про запись, тут вопрос был про марафон. Плюс ко всему, на сайте у Юрия Андреевича вы можете в онлайне посмотреть. Здесь речь идет именно о том, что вы получаете сами... записи себе на свой компьютер. Ну что ж, на этом спасибо вам большое. Я прошу вас поблагодарить Юрия Андреевича за этот чудесный вебинар, который у нас шел более 3 часов, большим количеством восклицательных знаков и плюсов. Я вас тоже очень благодарю. Рад, что мог быть полезен кому-то, да, я думаю, может быть, многим. И я думаю, что эта запись потом будет очень полезна для ваших близких, знакомых или друзей, кому вы сможете теперь апеллировать очень четко и тонко и призывать их к разуму, а не к, так сказать, каким-то желаниям своим, да? Значит, надо же всегда быть объективным и правдивым перед собой и другими. Вот. А последнее, что я успел прочесть, действительно, нержавейка тем опасна, что в составе есть никель, и мне один химик-технолог с Украины написал целую трактат по этому поводу. Но об этом как-нибудь в другой раз. Да, да, у нас еще будет очень много вебинаров, тем. Будет много интересных тем, да, так что мы с вами увидимся еще неоднократно. А я вам от себя хочу сказать большое спасибо за то, что вы работаете над собой, вы меняетесь к лучшему. У нас сегодня было 300 человек, и еще несколько десятков стояли в очереди, причем я знаю, что сейчас вот у нас в чате 245, а у многих уже... такое время, что давным-давно пора спать. И все равно люди сидят, люди слушают, потому что это нужно вот вам для того, чтобы вы становились лучше, для того, чтобы лучше становились ваши дети, ваши родственники, ваши близкие, ваши друзья. Вы являетесь таким вот каналом, через вас передается информация к вашему окружению, и когда вы своим примером становитесь более бодрыми, более веселыми, более энергичными, более здоровыми, более молодыми, окружающие вас люди этим заражаются, они тоже хотят так же. И таким образом, как раз-таки, мы вот вирусно распространяем нашу идею здорового образа жизни, здорового питания, сыроедения и здорового отношения вообще к этому миру. И спасибо вам большое за то, что вы в этом участвуете, за то, что вы являетесь звеньями этой цепочки. Вы большие молодцы. Мой вам низкий поклон. Я очень-очень ценю и уважаю вас. Вы великолепная аудитория, которую я очень-очень сильно люблю. Ну что ж, спасибо вам большое.
Всем вам удачи, успехов. Благодарим вас. Спокойной ночи, благодарим вас. И желаем, до новых... Да, до новых встреч. И желаем крепкого ума и здоровья. Да, и до новых встреч. Всем пока. Всего хорошего.